Я даже не могла представить, что будет настолько интересно и увлекательно. Очень много интересных людей. Познакомился с администрацией, даже узнал, кто у нас руководит Сбербанком. Не хочется в школу идти нам уже. Как бы сказать, мы бы вам новый проект уже придумали и ходили бы весь год к вам. Когда мы работали, нам казалось, что времени мало, чуть не хватает. Я учила текст всю ночь, но в итоге я его маленько не доучила. Сначала мы были такие в расслабленном таком состоянии, даже самонадеянные немножко, но вчера нас отрезвили. Сегодня вечером я буду думать только об одном – о сне и как я его хочу. Одно слово, которое характеризует все три дня. Счастье. С чего я начал? Я посмотрел, как моей маме балкон поставили. Была фирма такая, Ленева, была одна из самых первых, которая ставила металлические балконы. Прикинул, что можно лучше, я сам резал стекло, и это продолжалось, наверное. Сам монтировал. На данный момент этот бизнес работает, можно сказать, без моего участия. Начала свой бизнес 15 лет назад, даже, по-моему, уже 16. Легко ли? Легко. Начинали мы просто с обычных компьютерных работ, копировальные работы, фотографирование детей, детских садов. У нас есть еще видео. Буквально за этот месяц столько всего купили. Все познаем. Я не знаю, фотография — это такая бездна. Мы начинали тогда, когда и единицы только знали о том, что есть, существует такой продукт, как натяжные потолки. Люди поняли, посмотрели на то, как мы работаем, и в Искитиме это все дело прижилось. На сегодняшний момент, я могу сказать, что мы... В Искитиме добились уже максимума, чего могли добиться. Команды достаточно длительное время варились сами в себе, и у них не было разработано критическое отношение к своему проекту. И в любой группе нужен такой человек, и мы, видя очевидные какие-то промахи команд, специально дали понять, что это очень серьезные промахи, чтобы у них хватило импульса, сил, желания, чтобы довести свой проект до конца, сделать его сильным. И результаты сегодняшнего дня меня лично удивляют. Это нормальный рабочий процесс. Нельзя же, чтобы там было все гладко, как говорится. Должны быть какие-то вопросы серьезные, каверзные, может быть, даже слегка. Мы исходили из того, что по очереди убирали один проект, второй, третий. И вот когда осталось два проекта, тогда вот у нас действительно дискуссия развернулась самая горячая. Ну и я даже не буду скрывать, что нам пришлось голосовать. Интересно, в правительство сегодня только через знакомых можно проникнуть? Или вот молодым специалистам там тоже есть место? Ну, не только через знакомых, можно и по блату, например, и так далее. На самом деле, все правительства и работники органов исполнительной власти принимаются только по конкурсу. Там уже не влияет никакие ваши знакомства, там блат и так далее, и так далее. Влияет именно то, что ты покажешь знания законов, как их применять на практике и так далее, и так далее. И прежде всего, желание работать. В этих интеллектуальных играх и проявляются способности ребенка, понимаете? Зачастую они проявляют смелость к поиску. К поиску новых мыслей, к поиску новых действий, к поиску новых технологий. Ну, детей, во-первых, знаете, самое главное, как взбудоражить мозг. То есть дети задумались о том, что деньги нужно зарабатывать, да? Что для того, чтобы развлекаться, нужно вложить что-то, что-то сделать, что нужно считать, что нужно все просчитывать. Я думаю, что дети научились очень многому, во всяком случае, они научились думать. У меня, знаете, такое ощущение, что вообще надо среди молодежи проводить конкурс идей. Вот столько полезного, столько интересного, современного, насущного, актуального для города мы слышим от молодежи, что вот рождается действительно такое желание слушать их еще. Они общаются с предпринимателями, они, как бы так скажем,
контакт с жизнью, с конкретной, поэтому это здорово. И, ну и потом, это опыт, и это замечательно. Даже сами ребята пока еще не знают, какие возможны отголоски того, что здесь было, потом будут в их жизни. Даже если они не будут бизнесом, например, предпринимательством заниматься, они будут делать или ну, просто придут, например, на работу. Но самое главное для них, чтобы именно достойно выглядеть и по жизни идти. Я смотрю на ребятишек. Мне очень радостно думать, что все-таки у нас в Искитиме такие замечательные ребята. Это наша золотая молодежь. Я вас поздравляю с тем, что кто-то из вас, может быть, впервые создал настоящую команду, которая может идти вперед, добиваться высоких результатов. Я вас с этим от всей души поздравляю. Проекты, которые действительно реальные и хорошие, мы готовы их будем рассматривать на своих комиссиях и пробовать их осуществлять в жизнь. Осталось только одно – воля и успех, и, как сказал Сергей Николаевич, а лучше, наверное, веры в успех. Спасибо. Отдыха. Ух ты! Вот, поэтому тот сертификат, который мы вручим, это будет 3 дня активного отдыха в нашем маленьком Куршавеле в Горной Шоре. Вау! Горнолыжный сезон, да? Победителем конкурса стало. Положительный баланс. Ну какие могут быть эмоции при победе? Конкуренция была сильная, и после того, как мы бились, и наконец-то мы победили. Горло пересохло. Самое большое чувство мое это за ребят, когда ты смотришь, как искрятся их глаза. Вот конец, уже сидим, и уже не хочется побеждать, призов столько получили. Потрясающе просто очень, такой триумф. Наверное, еще крепче сдружимся.